Друзья мои, всем привет! Я в Калининграде. Вы знаете, всегда как-то этот город ты прилетаешь и сразу же едешь в Светлогорск, потому что, как правило, концерты проходят все в Светлогорске. И в Калининграде впервые сейчас у нас будет сольный концерт. Я приехал пораньше, чтобы чуть-чуть прогуляться. Друзья, вы знаете, где находится музей Мирового океана? Отвечу. Здесь, в Калининграде. Да-да. Так, ну что, в Калининграде прекрасно. Только что прошел кафедральный собор. Где он? Вон. Пришел в рыбацкую деревню. Потому что очень хочется кушать, поэтому я в поисках еды. Вот какой-то ресторанчик, называется Судак. Посмотрим, что там.